Тюменцы серебряного возраста поменяют традиционное представление об экскурсиях. Сегодня гиды 55+ прокатились по достопримечательностям города на велосипедах. В том числе посмотрели дома именитых купцов, Свято-Троицкий монастырь и другие исторические места. Напомню, социальный проект «Гиды ТМН 55+» реализуется благотворительным фондом «Старшее поколение» за счет президентского гранта. Сначала пенсионерки изучали историю города, а теперь перешли к практике и создают свои туристические маршруты. Ну, я думаю, что, наверное, для возраста вот нашего, думаю. А вообще, если будет желание у кого-то, почему нет, да? Мобильнее, ну и просто интереснее, думаю. Где-то пешие, где-то автобусные, а вот это на велосипеде. Все заряжены, все прямо с удовольствием сегодня. Настроение отлично у всех.